рамках прошедшей с 31 декабря по 31 марта перепись населения было переписано 1 294 236 постоянных жителей Эстонии. Среди них 693 884 женщины и 600 352 мужчины. По национальности эстонцами называли себя 68,7%, русскими – 24,8%. Принадлежащим к другим национальностям 4,9% переписанных постоянных жителей Эстонии. Не обозначили свою национальность 1,5% переписанных людей. По сравнению с предыдущей, прошедшей в 2000 году переписью населения и жилых помещений, число постоянных жителей Эстонии уменьшилось на 75 816 человек. Первоначальные результаты переписи подтверждают продолжение изменений в составе населения, свойственные периоду восстановления независимости, отметила руководитель методики переписи населения профессор Энне Маргет Тиит. Если в 2000 году доля детей в возрасте от 14 лет составляла 18% от общего состава населения, то в 2011 году этот показатель снизился до 15%. В то же время удельный вес людей в возрасте 65 лет и старше поднялся до 18%. Доля людей трудоспособного возраста осталась на том же уровне. По предварительным данным, прошедшей с 31 декабря по 31 марта перепись населения Эстонии, доля детей в возрасте до 14 лет составляет в стране 15%. Это заметно меньше, чем составляла доля детей в народонаселении по предыдущей переписи 2000 года, когда удельный вес детей равнялся 18%.